И начнем выпуск с официальной повестки. Обрабатывающая промышленность Казахстана выросла на 7,4% в этом году. Вклад в показатели внесли машиностроение, металлургия, химия и легкая промышленность. Об этом главе государства доложил глава Минпрома Канат Шарлапаев. Он анонсировал ввод 180 проектов на 1,5 триллиона тенге. В процессе их реализации будет создано почти 18 тысяч рабочих мест. Министр также рассказал, что в прошлом году в стране было построено 157 тысяч жилищ. В этом году планируется довести этот показатель до 172 тысяч. На строительство 22 тысяч арендных квартир будет выделено 300 миллиардов тенге. Доложил министр и о запуске новой цифровой платформы ЕКЗНА-КЗ для проведения аукционов на право недропользования. Президент также был ознакомлен с приоритетными планами министерства по оказанию помощи людям, пострадавшим от паводков. Уже завершается утверждение стоимости ПСД для строительства нового жилья в регионах, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке обеспечить восстановление домов, разрушенных стихийным бедствием.